любит уют в доме, когда все вокруг для души. Дорогие сердцу мелочи и восхитительно уютный домашний текстиль. Порой самые теплые и яркие моменты рождаются вот из таких простых и обыденных вещей. Мимолетные улыбки, прикосновения, произнесенного доброго слова. Что вам по душе? Да, в Березники вновь прибыли добрые помощники, которые помогают создавать уют. Прилавкам конца и края не видно. Скатерти, подушки, мягкие пледы и более 300 видов постельного белья. Ну, просто мечта для гостеприимных хозяек. Я вообще, походу, какой-то постельный маньяк. В смысле, белья, конечно, оторвать мне сейчас от прилавков с этими восхитительными комплектами просто нереально. Хочется все и сразу, а главное, цены очень-очень заманчивые. Кстати, похоже, я тут не одна такая. Согласитесь, а ведь наволочки и пододеяльники давно перестали служить нам просто чехлами для подушек и одеял. Хотите в феврале садовых ирисов? Вот оно, полюшко целое. И охапки роз, и романтика Парижа, и даже жаркие самаркандские мотивы. Лучше не придумаешь перечитать «Тысячу и одну ночь», укутавшись в эти диковинные восточные узоры. Кстати, вы можете быть уверены, эта красота прослужит вам долго. Причем хорошую славу для этой выставки сделали сами покупатели, которые возвращаются сюда снова и снова. Комплекты из поплина, сатина, качественной бязи действительно на всех этапах производства проходит строгий контроль качества. Но сегодня покупатели буквально охотятся на эти одеяла и подушки. Таких в Березниках днем с огнем не сыщешь. Хотите по-настоящему выспаться, забыть о головных болях и всегда вставать с той ноги? Тогда срочно меняйте подушку. Вот хотел бы порекомендовать вам такую подушечку, которая идет, валик под шею идет. Она идет более жесткая, у кого проблемы с позвоночником и с шеей. То есть идут магнитные аппликаторы точного воздействия на шейный отдел. И тут зашиты семена кассии, то есть микромассаж идет головы. Очень приятный. Кстати, вы знакомы с топерами? Это просто мечта для тех, кто всю жизнь спит на диване и мечтает о хорошем ортопедическом матрасе. Вы почувствуете разницу, выспавшись на этой тонкой перинке. Внутри топера вязкая эластичная пена, которая не продавливается и принимает форму тела. Но если вы вдруг захотите поменять интерьер, выставка ивановского трикотажа и здесь станет вам надежным помощником. Присмотритесь вот к этим чехлам для диванов и кресел. Они способны за минуту преобразить вашу квартиру. Торопитесь за уютом во дворец культуры имени Ленина. Вера Андреева, Степан Некрасов, новости на ТНТ.